еще до жуткого, жуткого дотакрэша, Милитех построил себе секретный подземный город под нашим городом. Привет, сухопутная крыса! Не желаешь круиз по заливу? Повеселишься со стариной Керри. Окей, ладно. Звучит заманчиво. Поплыли. Молодец, правильный ответ. Отдать концы? Где тут кнопка, чтобы поднимать? Да и ясно. Симурай, слушай мою команду. Вперед! Крутая гитара. А то. Это ж кастомный Ланкастер. В серии сделали всего 5 таких. Один у меня, второй у главы Милитеха, 3 остальных хер знает где. У него звукосниматель с обратной полярностью, эбонитовые порожки и тремоло-система Каймар. Вот тут видишь рыжие пятна на струнах. Это вроде как кровь самого Денниса Форда, того самого блюзмена. Твоя песня? Не помню такой. Потому что она новая. Давно уже в голове вертится этот риф. Чувствую, получится классная вещь. Окей, теперь объясни, что происходит. Я ж говорил, виток, блядь, жизни. А если попроще? Ну, виток, ну, цикл, круг. Блять, ну заканчиваешь старый, переходишь на новый. Жизнь же состоит из витков. Мне так мой гуру говорит. Твой гуру? Да, блять, у меня есть духовная жизнь. Я навещаю Хиана раз в пару лет. Он живет в юрте, в Тангалане, в абсолютной жопе мира. Там даже сети нет. Он глушилки ставит. Когда я ездил к нему в последний раз, он сказал, что очередной виток закончен, и пришло время мне перейти на новый. Вот поэтому мы с тобой здесь. А этот выход из витка как-то связан с Джонни? С тенями, которых ты боялся? Нет. Ну, или... Может, немного... Ну, ты ж понимаешь, я...
справился без него, я сделал карьеру, поднял бабла, все сам. И все равно, вот что бы я, блядь, ни делал, я постоянно о нем думаю. Иногда хочется просто, сука, взять и вырвать его из головы. Прекрасно тебя понимаю. Ладно, давай рассказывай про эти витки. Ну, короче, свою первую песню, которая не была говном, я написал на море. И вот смотри, сегодня опять что-то неплохое выходит из-под пальцев. Вот тебе и виток. А что это за песня? Я ее знаю. Bleed the Beat. Я тогда подрабатывал на корабле. Круизный лайнер, ну знаешь, все эти бары, бассейны, опять бассейны, снова бары. Ну, короче, можешь себе представить. И вот прикол в том, что все думают, что эта песня про ненависть к корпоративным фашистам. А на самом деле? Ну, я ж там не то, чтобы только музыку писал. Вообще-то я целыми днями рассекал с подносом и подавал жратву. А по ночам я дрочил гитару до кровавых мозолей. И приходилось следить, чтобы не заляпать кровище их сраный фарфор и бархат. В общем, песню я писал про то, как бедные истекают кровью, прислуживая богатым. А остальное уже люди сами додумали. Зато каким она стала хитом. Одним из главных у самурая. И новая тоже будет такой. Свежей, мощной, сочной, блядь. И ты хотел это кому-то рассказать? Но не кому-нибудь, а именно тебе, Ви. Я много думал об этом скандале со Скрэкс и про то, как ты мне помог. Ты все перевернул, Ви. Ты стал для меня... В смысле, пока ты не появился, я сидел в болоте. Я боялся даже собственной тени. А теперь? А теперь я начал думать о новом сингле. Блять, о новом альбоме. Это будет офигенный альбом, совсем другой. Теперь все будет по-другому. Наверное, это у людей и называется озарение. У людей это называется взросление. Вот увидишь, никаких больше скандалов, странных выходок нет. Все, с этим покончено. Ну... завтрашнего дня. Ну что, бля? Провел час освобождения! Ты мне, блядь, поможешь или как? Будешь так стоять и пялиться? Хаос и разрушение? Вот это я люблю. Круши, ломай! Тебе не жалко, что мы разъебем твою яхту? Мою яхту? Ты издеваешься? Думаешь, я назвал бы свою яхту Симурай? А чья тогда? Корпоратской мрази ЛБ Ковачика. Ковачика? Твоего менеджера? Залупенеджера! Я еще не успел его поблагодарить за херню со Скракс. И вообще за все хорошее! Давай-ка, выбери здесь что-нибудь и расхуячь за его счет! Что ж, разнесем тут все к хуям. Вот это я понимаю! Присоединяйся! Он или впал в старческий маразм, или поумнел. Возможно, и то, и другое. Помоги мне!
Нет, спасибо, Ви. Все нормально. У тебя еще остались силы? Помнишь, как ты проснулся на помойке? Вот с ним сейчас то же самое. Он переродился и готов землю рыть носом. Время для торжественного финала! Отдай почести. Черт, все идеально. Крещение водой, крещение огнем. За сведение счета. Отлично сказано, Ви. Отсоси у меня, Ковача! А давай кто первый до пляжа? Вот, блин. Надо бы почаще плавать у себя в бассейне. Иди-ка сюда. Только не дыши слишком уж глубоко. А то амбре тут пиздец мощные. Красиво горит. Только что-то не взрывается. Кто-нибудь, наверное, уже заметил дым. Блять, если это корыто снова выйдет в море, меня удар хватит. Надо было напихать туда побольше канистр. Или купить С6 у бары, как думаешь? Круто ж был, да? Скажи. Ты сумасшедший. А ты танцевал со мной на самом краю. Тебе же понравилось. А у меня был выбор. Не-не-не-не-не-не-не. Только не говори, что это я тебя заставил. Ты вообще мог развернуться и уйти в любую минуту. Спасибо, что не ушел. Охренеть вечер, да? Прямо как первые концерты самурая. Кто во что гораст, но зато энергии через край. Да, интересный поворот событий. Все, поехали отсюда. А то сейчас ветер сменится, нас накроют сразу все ароматы этой помойки. Спасибо. Я как-нибудь сам. Ну, окей. Главное, не туси тут слишком долго. Давай до скорого, Ви.
Сегодня твой счастливый день, Ви. За доброе дело тебя хотят вознаградить, а не расстрелять. Террористическая группировка «Багровая жатва» планирует взорвать штаб-квартиру биотехники в Берлине. Об этом мне рассказала одна из террористок, Нелл Спрингер. Ей нужна твоя помощь, чтобы сорвать теракт. Если интересно, посмотри подробности в сообщении. Ой, меня глючит или тут стоял памятник? 3000 Эдди раз. А чего теперь не стоит? Продано владельцу лицензии. Разъебали лицензии. Его в перестрелке. За 3000 евро. Пришлось снести целиком, чтобы кому-нибудь на башку каяли. Наши поехали в Сити за товаром. Короче, я все-таки останусь на стадионе. А тут раз. И место на стадионе освободилось. Нелл Спрингер. А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Я от фиксера. Никто не шел за тобой? Я не первый день работаю. Ты не знаешь, что такое багровая жатва. Они повсюду. Хэнс ввел тебя в курс дела. Он сказал, что ты хочешь сорвать планы своих друзей-террористов. Помешать им взорвать бомбу. Он охренел? Мы не террористы. Ты вообще представляешь, чего добивается багровая жатва? Мы хотим, чтобы люди не умирали с голоду. Ты сама вступила в багровую жатву или тебя завербовали? У нас почти все выросли на фермах. Мы долго терпели произвол корпорации, а потом поняли, что можем дать отпор. Багровая жатва для меня как семья. А ради семьи иногда сделаешь и такое, от чего потом кошмары снятся. А кто умирает? По-моему, в Найт-Сити все мусорки от еды ломятся. Городские думают, что все живут, как они. Посмотри, что биотехника делает с фермерами. Это же настоящее рабство. Их выдавливают, чтобы было где сеять генно-модифицированную пшеницу. Думаешь, для еды? Нет. Из нее делают для Петрохэма. Ел когда-нибудь? Нет? Неудивительно. А зачем тогда закладывать бомбы и убивать гражданских? Они борются за правое дело, просто ничего не видят за ненавистью к корпорациям. Я не думала, что мы будем убивать людей. Я вела себя наивно. Она, наверное, думала, что будет собирать подписи и рисовать плакаты для шествий. Наивно — это еще мягко сказано. Давай без комментариев. Мы не о жизни разговаривать пришли. На. С конспирацией у тебя пока не очень. Что на щепке? Давай по порядку. Багровая жатва купила у Хансена сетевую бомбу. Ее должны отправить в Европу, в берлинский офис биотехники. Тебе нужно этому помешать. Вы не хотите разнести само здание? Мне казалось, террористы любят работать на публику. На офис всем параллельно. Биотехника просто построит новый. Их главная ценность — это люди. Что от меня требуется? В западной части стадиона есть центр спортивной медицины, который Хансен переделал в оружейный завод. Код доступа. Запомни его. Пройдешь цехи и склады, за ними будет экспериментальная лаборатория в старом бассейне. В ней держат бомбу. Найди ее и перекинь программу с этой щепки. Бомбу должны взорвать в Берлине через пару дней, но к тому моменту вирус будет уже нейтрализован. Когда закончишь, верни мне щепку. Оставишь ее на память? На всякий случай. Если она попадет к багровой жатве, меня уроют. Мало кто пошел бы на такой риск, зная, что даже спасибо не услышит. Ты крутая.
Может, я делаю это для себя. Нет смысла думать о прошлом, если можно взять и изменить будущее. Я больше не хочу просто сидеть и ужасаться тому, что натворила. Звучит так, будто ты совершила что-то ужасное. Может, хватит обо мне? Ладно, тогда приступлю к работе. Я на тебя рассчитываю, Ви. Наебать меня хотел. Чем это так пахнет? Мы почти уже руки жали, нахуя ты полез за своим стволом тупорылый? Не понравился мне этот хер из Баядани. Я уверен, что он хотел нас кинуть. Да у тебя каждый, кто не вор. А ты что, уже домой? Твоя паранойя. Да я сейчас такую сделку закрыла, что можно месяц дома сидеть. Блин, везучий. Да, нагребла барахла за даром. Нашла лоха, подписала договор. И все. А деньги-то получила? Должны скоро прийти. Ага. Удачи тебе. Люди, поздравляю. Во всем городе таких только три. Надо быть совсем отмороженным, чтобы это сделать. Да пока они хватятся, меня уже в городе не будет. Таскали, он вынес пол склада. Хотел свалить. Контакт. Thank you.
поймаем тебя и испытаем все твои новые игрушки. Молись, чтобы я тебя не нашел. Я поймаю тебя и испытаю все свои новые игрушки. Выходи, я просто потрепаться хочу. Ты где? Выходи, я просто потрепаться хочу.
и на 54-м выпуск новостей. Наконец-то получены данные экзит-полов выборов мэра Найти. Тебе за что платят? Чего? А, я ж как дельфин, половина мозга спит, половина работает. Он меня взломать пытается. Большие пушки на подходе.
У меня нет времени тебя искать. Вылезай! Так, что у нас тут? Ты глянь, скрипты отправляет. Совестливый террорист хуже корпората, но террористы хотя бы не боятся запачкать руки. Нел рискнула своей жизнью, чтобы поступить по совести. Так же, как и ты, Варасака Тауэр. Не надо на нее гнать только потому, что тебе не удалось изменить мир. Как раз из-за таких, как Нел. Безвольных эгоистов. Жертвовал собой ради тех, кого угнетала Арасака. Тебя обнулил Смешер, когда ты пытался спасти свою девушку. Лучше бы он мне тогда мозги вышиб. Не пришлось бы сейчас твой лицемерный пиздеж слушать. Сейчас мы его выйдем. Завалить этого психа.
Скотина. Прикрывайте друг друга. Я раньше работала на площади корпорации. Теперь. Я ему обещала, что всегда буду рядом. И где он теперь? Расслабься, чувак. Я все закуплю, ты продашь, деньги раздели. Она оказывает свою бывшую ищет. Ты разобрался с бомбой? Не бойся, вирус обезврежен. Давай мне щепку. Пора валить отсюда. Какого хера? Машину взломали. Откуда они здесь? Ты меня заложил? Биотехника! Вы арестованы! Я тут ни при чем.
Нелл Спрингер, вы арестованы за организацию теракта в лаборатории биотехники в Париже. Нет. Только взрыв унес жизни 32 человек. Это правда? Это ты подорвала лабораторию? Я тебе клянусь, Ви, я не знала, хватит что болтать! Погибнет гражданский. Выходите из машины с поднятыми руками! Выходи. Ви, пожалуйста, не бросай меня. Парни, вы не в ту сторону воюете. Нелл просто выполняла приказы. Террористы запудрили ей мозги. Помолчи. У нас есть доказательства. Хотите арестовать меня? Ну, попробуйте. Вижу против. Боец убит! Ты ранена? Вроде бы нет. Спасибо, Ви. Могла бы сказать, что у тебя проблемы не только с багровой жатвой. Я думала, ты откажешься от заказа, если узнаешь. Извини, я в тебе ошиблась. Думаешь, у тебя когда-нибудь получится себя простить? Не знаю. За то, что я сделала, нет прощения. У тебя впереди целая жизнь, чтобы все исправить. Сегодня ты сделала первый шаг. Без тебя у меня бы ничего не получилось. Спасибо. Удачи в новой жизни. Жаль, конечно. Девчонка могла далеко пойти. Ненавижу, когда люди вместо того, чтобы идти до конца, сами стреляют себе в ногу. Мне придется за тобой прибраться. Но сегодня ты спас больше людей, чем убил. И самое главное, при этом не пострадала заказчица. Закрываю заказ и перевожу твои деньги.
Немного током долбануло, зато теперь все работает. Спасибо, что нашел время. Фиксер сказал, что ты можешь уладить даже самое безнадежное дело. Смотря насколько безнадежное. У меня есть сын, Эрик. Он держит мастерскую в Хейвуде. Мотоциклы чинит. Там все честно, все по закону, но... Это прокурорша, Джорджина Зимбински. Хочет устроить над ним показательный процесс. И вот с этим мне нужна твоя помощь. Давай по порядку. Расскажи, кто такая эта Зимбински. Продажная тварь, как и все в Найт-Сити. Зимбински сказала, что ищет одного из боссов Валентина, Эктора Сакристана или как-то так. И при чем тут Эрик? По слухам, он знает Сакристана, и может много о нем рассказать. Но для этого нужно отправить его за решетку. Зимбински заставила меня оклеветать его. Я хочу, чтобы мои показания исчезли. Расскажи мне об Эрике. Он продает мотоциклы, правильно? Не совсем. Он их чинит. У него мастерская в Хейвуде. Они с матерью давно из Доктауна уехали. Я его с тех пор почти не видел. Ты уверен, что твой сын невиновен? Эрик-то. Таких добряков в этом городе единицы. Поэтому ему и хотят жизнь сломать. Ты свидетельствовал против сына? Что ты за отец после этого? Все не так, как ты думаешь. Я не хотел, честно. Она показала мне так называемые улики против Эрика и попросила подтвердить свою версию, но там не было ни слова правды. Через два дня она вернулась с копом. Он меня избил и пригрозил, что Эрику будет еще хуже. Посадили меня перед камерой, и я сказал то, что они хотели услышать. Я еще никогда так не боялся. Поговори с ней, пожалуйста. Ну, как вы это умеете? Эрик хороший парень. В тюрьме он не выживет. Я постараюсь разрулить этот вопрос. Найду эту прокуроршу и поговорю с ней по душам. Буду очень благодарен. Я знал, что Хэнс толкового человека пришлет. Она часто бывает в клубе «Тяжелые сердца». Злачное место, каких поискать? А ты откуда знаешь? Так она меня туда и приглашала поговорить по душам. Ты не поверишь, что этот клоун мне сказал. Какого? А если найдут? Не найдут. Ты уверен? Чумба, сюда все заходят с бустерами, все ширяются, и все про это знают. Ладно, но если охрана что-то при мне найдет, меня же не пустят. Давай так,
спрячь в трусы или в носки. Там никогда не проверяют. Они делают вид, что не знают, что у тебя что-то есть. А ты делаешь вид, что у тебя ничего нет. Каждый знает, что нельзя. Но все знают, что можно. Думаешь, если бы став реально запретили, сюда бы кто-нибудь ходил? Падла! Привет, красавчик! Ты сегодня одна? А где Уолт? С тех пор, как боги даровали ему доступ в VIP-зону, он тут не появляется. Типа, думает, что он теперь крутой? Может, поговорим с ним? К вам часто ходит одна прокурорша, Джорджина Зимбински. Знаешь ее? Неа, если она какой-то важный гость, тебе надо искать ее в комнатах. Лучше сначала спроси Джека. Он сейчас в толчке. В смысле, в туалете? Ага. Он там обычно свои дела делает. Может, знает эту Джорджину. Ну ладно, спасибо. Слушай, Джек, ко мне завтра опять приедет чувак из биотехники, который подсолнухи дарил. Блин, сочувствую, Лори. Подбодрить тебя чем-нибудь? Ага. Дай мне 3 штуки того самого. Привет, Чумба. Что-то ищешь? Я кое-кого ищу. Барменша сказала, что ты можешь помочь. Ей бы поменьше болтать и побольше работать. Джорджина Зимбински, окружной прокурор Найт-Сити. Знаешь ее? Нет, но могу спросить у тех, кто знает. Давай. Погоди, мы же оба понимаем, что время – деньги. Смекаешь? Я знаю пару поставщиков в Найт-Сити и кое-кого из вышибал в очень богатых клубах. Хочешь найти новых клиентов? Или будешь толкать дурь в сортире до конца жизни? Угу. Звучит заманчиво. Ладно, можешь не платить. Будем считать это инвестицией в мое будущее. Привет, солнце. Я ищу нашу клиентку Джорджину Зимбински. Ага. Да. Угу. Спасибо. Мои девочки видели, как она веселится с какими-то крутанами. В 4-й комнате. Я посмотрю. Спасибо. Но покажи, что есть. Ты определился? А вот и Джорджина Зимбински. Поосторожней с ней. Юристам доверять нельзя. Тебя послушать, так никому нельзя доверять. Никому, кроме звуковиков. Убери свои руки! Вы не имеете права! Тебя завтра же уволят отсюда. Я об этом позабочусь. Что случилось? А ты как думаешь?
Меня выкинули из вип-зоны. Эти бугаи не знают, с кем связались. Меня вышвырнуть из зоны. Меня! За что тебя выгнали? Ну, до меня один олень докопался. И я его головой по бару приложил чуть сильнее, чем надо. Я потом извинился, если что. Не понимаю, почему охрана так возбудилась. Может, ты как-нибудь уладишь ситуацию? О, я все улажу, не сомневайся. Поговорю с менеджером, и этих тупорылых горилл уволят нахуй. Я часто бываю в вип-зонах. Охрана иногда тоже ошибается. Просто сходи к ним, объясни, кто ты. Пусть хотя бы извинятся перед тобой. А ты психолог, что ли? В моем случае это сработало. Ага, блядь. Ну так, иди к ним за бар и требуй внести твое высочество в вип-зону сколько хочешь. Меня заебало что-то объяснять этим дебилам. Мне кто-нибудь нальет сегодня или как? Зачем столько охраны? Важные гости из города. Ага, почти каждый день. Куча разного народу приходит поговорить о делах, потому что у нас безопасно. Такое мало кто может предложить.